Вот здесь без белил, так же, как Ван Гог писал, он просто рядом клал мазки. А здесь без белил, просто лессировкой, но вот это, вы скажете, а это белое, а вот это не белило, это холст чистый. Эксперименты с цветом для этники, акварель для городских набросков. Камчатка на 60 картинах в самых разных стилях и техниках на юбилейной выставке Вячеслава Говорова. В этом году автору исполняется 65. По традиции художников пора представить свои свежие работы. У Нумуланов есть такая легенда, очень интересно, что на небо она вознеслась. Они что-то думали ритуальное, раньше же были, шаманизм это все. И все, и не получилось у них это. И она поднимается на небо, а это вот как ступеньки. Я выставил эту работу в Пимчихе где-то там, ну, прямо на полу поставил там. Да. А она подходит, и я вот она говорит все это. Ну, и они все сразу узнаваемые. На такие сюжеты художника вдохновляют люди. В этнических картинах перемешивается сразу несколько событий и персонажей. Здесь национальные праздники, свадебные обряды, сцены из легенд и самые известные представители коренных народов Камчатки. Я побывал вот во всех уголках Камчатки за 40 лет, сколько живу на Камчатке. Здесь видел, они и открытые, и интересные по общению они. И в них столько мудрости, что это уникальные, конечно, моменты, когда общаешься, потом получается картина, где-то наброски, этюды, и получается, вот выходишь на какие-то сюжеты, которые сразу, в общем-то, не планировал. Художник выдумывает сюжеты для своих полотен, но иногда картины настолько нравятся тем, кто на них изображен, что они воссоздают нарисованную им сцену. Например, участники ансамблей ставят их на своих обрядовых праздниках. Многие картины, пейзажи особенно, очень напоминают именно о нашей природе камчатской. То есть красиво, узнаются многое. Помимо природы, очень понравились портреты. И вот именно как люди нарисованы. Прям живые как будто. На выставку попала совершенно случайно, так как я турист, гость города. Мне, в принципе, интересно узнавать что-то новое. И в каждом городе, в котором я бываю, я пытаюсь побывать на выставке, сходить в театр. Впечатления самые лучшие. Мне помогла эта выставка узнать край камчатский немножечко больше, немножечко глубже. Понять, насколько он многогранен, но я это и так понимала. Но вот эти грани, скажем так, засияли в новом свете. Автор работает в разных стилях. Акварели Вячеслава Говорова высоко ценят за пределами края. Он учит писать пейзажи начинающих художников и масляными красками. Если у вас, например, технических ограничений нет, вы можете это сделать, то тогда уже все зависит от сюжета. Вот какой сюжет будет, такой и техникой буду исполнять. И не всегда надо маслом писать, иногда просто она не нужна, надо акварелью. Иногда акварель не нужна, просто нужна темпера. Это разные материалы, это разная структура. Выставка работ открыта в Камчатском краевом художественном музее в центре города. Она продлится до 5 сентября. Александра Радченко, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка».